На Ямале заболеваемость ОРВИ выросла на треть. Грипп ждут в конце февраля. В лечебные учреждения округа за минувшую неделю с острой респираторной вирусной инфекцией обратились 6827 человек, сообщает информационное агентство «Северпресс». Несмотря на рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей на треть, 1768 случаев, эпидемиологи подчеркивают, что показатель пока ниже порогового значения на 22,3%. В управлении Роспотребнадзора отмечают, что говорить об эпидемии пока рано. Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом санитарные врачи ожидают в конце февраля. Сейчас полностью закрыли на карантин два детских сада в Ямальском и Надымском районе. Частично по одной группе в Пуровском районе и Новом Уренгое. Наибольшее количество заболевших детей зарегистрировано в Ямальском районе. В основном по округу болеют воспитанники детсадов и школьники. По данным лабораторного мониторинга респираторных вирусов, на минувшей неделе зарегистрировано три случая гриппа Б, два в Салехарде и один в Тазовском районе.